вчерашний кролик, который был на операции с рваными ранами. Значит, в одной дренаж еще стоит, находится. Сегодня мы его вытащим. Сначала я его предварительно смачу перекисью водорода, вытащу и промою ранку, запрыскаю далее спреем терамицин. Ранка хорошая, ничего из нее не сочится. Где у нас шов был? Подожди, кролик. Скрытый, тоже ранка хорошая, образовалась корочка. Гной не наблюдается. Кролик активный, сейчас я ему сделаю антибиотик цефтриаксон, обезболивающее, кетопрофен, амеза дам, потому что при обезболивающем могут быть язвы в желудке. Чтобы их избежать, даем амез инстра по весу. 40 мг на килограмм цефтриаксон у нас идет. Амез у нас идет 4 мг на килограмм. И флексопрофен 4 мг на килограмм. Кролик у нас 2700. Сейчас мы его уколем, обработаем ранки.